что 11-летие – дата не круглая, однако весьма значимая. Именно спасцемент создавал основу для развития Дальнего Востока. Первый спасский цемент шел на казенное строительство, железную дорогу и Владивостокскую крепость. Поставлялся для укрепления границ. Из него возводили производство и жилье во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске, на Амуре. А предприятие вставало на колени, подымалось с колен, развивалось. Была перестройка, было плохо. Но сегодня мы видим, что наши специалисты работают, цемент востребован. Надо будет больше стране цемента, мы сделаем больше. Новоспасский цементный завод является флагманом сухого способа производства цемента. Он имеет собственную сырьевую и производственную базы. Спасский цемент имеет очень высокую марку, которая давно известна не только у нас в Приморском крае, но и по всей стране. Его производят отличные люди. Это особый коллектив единомышленников, объединенный трудолюбием, ответственностью и яркой творческой мыслью. Сегодня спасцемент продолжает поэтапное обновление производства. За прошедший год была установлена линия подачи клинкера, заменены дозаторы на первой цементной мельнице. Продолжилась автоматизация технологического процесса. Также не останавливаются работы по газификации предприятия. Возвращением в строй НСЦЗ обязан Игорю Сергеевичу Пушкареву, который сумел вдохнуть предприятие вторую жизнь. Отдельный привет хочу передать от Игоря Сергеевича, Андрея Сергеевича и Владимира Сергеевича. И пожелать, чтобы коллектив не падал духом, чтобы двигался только вперед, развивался. Высокая репутация производства и востребованность продукции спасцемента стала возможной благодаря самоотверженному добросовестному труду тысяч людей, их верности родному предприятию. Здесь сохраняют и чтут традиции, заложенные предыдущими поколениями цементников. Мне отец говорил: сынок, вот мне пыль не нравится. Он говорит: поживешь, увидишь, это самое, узнаешь, что такое хлеб. Держись вот за трубы двумя руками, и они тебя в любой момент вывезут в любое трудное время. Сейчас на спасцементе работает пятое поколение цементников, и все они говорят о своем заводе с гордостью. Радость за наш завод, что мы умеем работать хорошо, справляемся со всеми проблемами. Мой завод – моя гордость. Что я еще могу сказать? Я потомственный цементник в третьем, можно сказать, поколении. Для меня это все продолжаем традиции. В каждой тонне цемента колоссальный труд 2000 сотрудников предприятия. Регион получает все больше качественного цемента для строек, и значит, Россия растет и укрепляется на дальневосточных рубежах. Катерина Матвеева, новости на Восьмом.